10 декабря – это Международный день прав животных. В честь этого события в микрорайоне Звягино устроили познавательно-развлекательное мероприятие «Мой друг». Его цель – привлечь внимание к проблемам бездомных животных. Сегодня мы организуем помощь не только приюту, но и непосредственно людям, подросткам, детям. Каким образом? Мы показываем, что животные из приюта способны позитивно влиять на эмоциональный фон самих людей. В этом помогали собаки из приюта Ника и Милашка. Они знают много команд, но в этот раз их главная задача заключалась в том, чтобы как можно больше людей смогли понять, сколько же нежности и ласки есть у бездомных животных. С ними все желающие смогли обняться, поиграть и даже почувствовать себя дрессировщиком. Скажите, а вы умеете разговаривать с животными, с котами или с собаками? Да? Классно, ты тогда будешь мне помогать. Параллельно детям в игровой форме рассказывали об эмоциях животных и о том, как понимать язык своего питомца, а также, как правильно нужно себя вести рядом с собаками. Это подготовил отряд «Космический позитив». Он уже давно помогает приюту. И это мероприятие участники отряда не могли обойти стороной. Они придумали специальные игры для детей, благодаря которым ребята смогли больше узнать о животных. И целью этой игры является то, что... чтобы дети узнали о том, что у животных тоже есть эмоции, то, что мы связаны с животными, как мы взаимодействуем, как человек влияет на собаку, как собака влияет на человека, и о том, что это очень полезные взаимоотношения, что мы помогаем друг другу. Все желающие могли проконсультироваться у специалиста по дрессировке, узнать, как обучить собаку командам. Также к акции присоединилась и профессиональный кинолог Ольга Усова. Она организует занятия канистерапии. На мероприятие женщина пришла с Мишель. Мир котов. И, наконец... Да. Ребята, а вы все? Была установлена коробка добра, в нее складывали корм, лекарства и вещи для животных из приюта. Несмотря на то, что коробка быстро заполнилась, волонтеры признаются, что этого хватит только на несколько дней. Также организовали ярмарку. Здесь есть закладочки книжные, которые ребята изготавливали дома, которые сегодня не смогли прийти, но вот они таким образом помогают. Здесь было представлено много поделок, между которыми фотографии животных, которые ищут дом. Вырученные деньги пойдут на помощь приюту Бубасти. Главное, что все гости праздника смогли по-другому взглянуть на бездомных животных. Некоторые даже решили съездить в приют. А значит, главная цель мероприятия достигнута. В конце люди уходили с улыбками и массой положительных эмоций. Мария Лихобабенко, Яков Глейзер. Новости Большого округа.